на другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых». Последний обман хуже первого. Пилат сказал: